Приветствую, друзья! Перед нами портативная акустика от производителя Defender, серия Boomer 70. Данная колонка отлично подойдет для использования как дома, так и на улице. Особенно для тех, кто очень любит исполнять караоке, поскольку у нас имеется два микрофона входа с возможностью регулировки. Встроенная RGB-подсветка создаст приятную атмосферу для вашей компании. Имеется несколько режимов подсветки, либо можно ее вовсе отключить. Основные возможности данной колонки указаны на упаковке. Среди них Bluetooth версии 5.0 с дальностью действия до 10 метров. Степень влагозащиты IPX4. Встроенный FM-тюнер с частотным диапазоном от 87,5 до 108 МГц. Мощность колонки по RMS составляет 60 Вт. Звуковая схема — это стерео 2.0. Здесь установлены два динамика по 8 дюймов. Диапазон частот, который они могут воспроизводить, от 20 до 18 тысяч Гц. Емкость встроенного аккумулятора составляет 4500 мАч. Время работы 5 часов. Также время зарядки 5 часов. Имеется встроенный MP3 плеер, который способен воспроизводить музыку через USB, AUX, а также microSD. USB должно быть не больше, чем 32 гигабайта. Также у нас имеется встроенный информационный дисплей. Давайте более подробно разберемся с данной колонкой и посмотрим ее поближе. Очень интересный момент. Данная колонка поддерживает TWS, это технология True Wireless Sound, то есть есть возможность сопряжения двух отдельных колонок по Bluetooth в акустическую 2.0 систему. К колонке прилагается вот такая небольшая инструкция, в ней указаны основные характеристики, а также возможности данной колонки. Исполнена инструкция на различных языках, в том числе и на русском. Также прилагается адаптер для зарядки колонки. На лицевой части колонки имеются два динамика с RGB подсветкой. Я считаю, что она выполнена довольно-таки стильно и создаст приятную атмосферу абсолютно для любой вечеринки. Сбоку у нас имеется ручка для переноски, довольно-таки удобная. Если посмотреть заднюю часть колонки, то мы увидим, здесь имеется фазоинвертор, созданный, чтобы улучшить звучание данной колонки. Сверху у нас расположены органы управления. Давайте более подробно их рассмотрим. Включение колонки осуществляется длительным нажатием данной клавиши до звукового сигнала. Буквально пару секунд, колонка у нас уже включена. Рядом с кнопкой включения у нас имеется кнопка выбора подсветки. В данном случае подсветка может быть такая красная, разные ее вариации, либо подсветка может быть RGB. Также вы сможете через данную клавишу полностью отключить данную подсветку. Имеются настройки звука микрофона, также органы управления и переключения треков вперед-назад, play, пауза, выбор режима между AUX, Bluetooth, а также FM приемником у нас осуществляется через данную клавишу. Радио ловит уверенно, громкость весьма такая приятная. Давайте продемонстрирую. Уже повторно, она была в прошлом году, в этом году мы ее пробили. В сентябре месяце еще можно будет ее посмотреть, а потом... Качество приема FM-тюнера замечательно. Поскольку у нас колонка влагозащищенная, здесь сверху у нас располагается вот такая вот защитная штука, под которой расположены разъемы для зарядки колонки, USB вход, вход под microSD, вход AUX, а также два микрофонных входа. Поддерживает колонка флешки USB до 32 гигабайт. Давайте попробуем послушать, как же у нас воспроизводит музыку данная колонка. Так, друзья, давайте подытожим. Все ищут портативную акустику с хорошим звучанием, а также с хорошей функциональностью.
Я считаю, что данная акустическая система сочетает в себе оба два этих качества. Ее можно использовать для повседневного прослушивания музыки, а также для проведения вечеринок. К тому же имеется два входа под микрофон, благодаря которым вы сможете исполнять свои любимые песни. Мне данная колонка понравилась, могу рекомендовать ее к покупке. На этом сегодня все. До новых встреч. Пока.